Ха. Всем привет! Сегодня мы будем сбегать из школы. Я плохо себя вел на уроках, я был в школе, бросался бумажками, теперь меня выгоняют из школы. Или просто за мной гонятся злые учителя. Мистер и миссис Вонючка. Так, что нужно сделать? Нужно дернуть пожарную сигнализацию. И убегать отсюда, и главное не попасться мистеру Вонючке. Или миссис Вонючки, неважно. Все вонючки плохие. Так, какие-то пружинки. Не знаю, надо пружинки. А, они за робоксы? Не, не надо, спасибо. Вертолет. Вот он, мистер Вонючка! Я успею пробежать. Вот мне к стрелочке чуть-чуть совсем осталось. Я вот такой быстрый и медленный, не знаю. И... Да, он не может меня догонять. Что? Он упал и заснул? Я на мистере Вонючке. Фу, он вонючий, поэтому побежали дальше. Так, следы ведут сюда, наверное, мне надо тоже сюда же бежать. Мистер Вонючка, ха-ха-ха, я от тебя убежал. Так, вау, а здесь начинается паркур. Это уже Обби. Эй, а как это открыть? Может, какая-то кнопочка где-то была? А ну-ка. Я не понял ничего. Есть проход, но он закрыт. Я кнопочки все нажал? Я чуть не пойму. Так, ладно, а ну-ка. Так, пока мистер спит. Где кнопки? Какие кнопки нужно нажать? Я ничего не пойму. Так, Games Mers Only, что это такое? Это ерунда, закрыть. Так, быстро выходим. Сейчас, если проснется этот вонючка, я ничего не успею сделать. Так, я возвращаюсь назад. Они побежали? Они побежали? Нет, они тоже не могут пройти. Так, это хорошо в том плане, что я не... Он... О! Они прошли. Мистер Вонючка, только не просыпайся. Только не просыпайся, мистер Вонючка. Есть, я успел. Так, моя задача выйти из школы. Так, так, так. Так, этот спит нормально, лег возле лестницы поспать. Как это? Как это? Ну как вы прошли? А? Как они прошли? Каким-то контролом, шифтом, не знаю. Какие есть кнопки? Какие есть... А, вот, что тут есть? Мистер Синкис и Персон Обби... Что, я умер, что ли? Бам-бам-бам, бам-бам-бам. Так, это неинтересно. Где, как сюда забрыгнуть? Я застрял, я реально застрял. С первого же раунда, с первой же, не знаю, какой-то сложности я не могу пройти. Не, ну первая сложность был мистер Вонючка, я его прошел. А вот как пройти дальше? Йоу. Где кнопки какие-то тут есть? Хорошо, ты спишь, спи, спи, спи. Может, попрыгать надо на нем? Не знаю. Попрыгать. Фу, он меня не съест. Так, мистер Вонючий. Мистер Стинки Вонючий. По шагам иду, иду, по следам. Дохожу сюда. И... Почему я не могу пройти? Я не знаю. Может, кликнуть как-то? Да! Да, надо было просто кликнуть. Так, вау, 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 а тут колючки. Тут надо как-то их перепрыгивать. А я не перепрыгнул. И что, с самого начала опять? Ew. А, нормально, нормально, я выжил и опять не выжил. Ладно, хорошо, что меня не пускает, не возвращает на самое начало. Что хотя бы я здесь. Итак, пошли. Иха! Тут надо прям на самом краю прыгать. Еще раз. И на самом краю есть. Вот кнопка какая-то. Или что это такое? А, это все робоксы. Неважно, не надо. Кнопок никаких нет. Поехали. И разбегаемся. Есть. 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 Пока нормалек. И какой-то чекпоинт есть здесь? Какой? Он смотрит за мной. Он прямо здесь за стеной. Это какой-то другой вонючка. Тот с линейкой был, этот, не знаю, просто... Это учитель физкультуры, наверное. Так, есть какая-то такая прыгалка, но мне она не нужна. Я буду идти нормально по трубам. Раз. Так, куда дальше? Где выход вообще? Ага, кнопки, вижу кнопки. Надо понажимать кнопки. Раз. Так, кнопочка. Press the button. Есть, зеленая. И с той стороны такая же. Нужно нажать ее тоже. Ай, почти упал. Чуть не упал, но ничего, все нормально. Вау, ну там такие колючки, капец, там не выжить точно. И новая кнопка, есть, press the button. Нажали кнопочку и побежали. Так, я должен пройти эту часть.
Find the power buttons. Ага, то есть я уже нашел две buttons, и я уже что-то открыл. То есть тут, наверное, были закрыты двери, я сразу не обратил внимания. Я сразу пошел нажимать кнопки. Вау, куда, куда, как? Эу, 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 как это, как это? Эу, а как это управлять? Все, я не выжил. У меня голова только зависла. Так, пробуем сначала. В смысле, опять пробуем эту штуку. А, я не знаю, как это выжить, не выжить? А, капец! Как это пройти? Так, надо, не знаю, поближе вот так, что ли, приблизиться. И пум. И давай, 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 давай. О, так лучше. О, есть, нет, 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 нет. Я опять не выиграл. Может, к краю идти этой штуки? Этой штуки. Так, к краю нет, не к краю, нет, не к краю. Я опять завис. Не завис, меня опять. Короче, попал на лазере эти. Так, пробуем снова. Та-дам! Так, тут как повезет. Тут пока нормально, ненормально. Фух, есть. И бум, есть. О-о-о-о-о. Так, дальше. О, тут сложно, тут очень сложно. Я прошел. Я прошел. Есть, я прошел следующий уровень. Вау, какие капканчики. А если на них наступить? Е-хо-хо-хо-хо, что происходит? Моя голова улетает в космос, и меня там расплющило. Понятно, сюда не наступаем. Там есть новая вонючка. Ауф! Я ж вроде не наступал. Так, это прикольно. Мне это нравится. Это мне очень нравится. Главное не наступать. Так, тут вдоль стеночки. И я вижу новую вонючку. Так, и раз, 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 раз. Есть. Так, она меня сейчас прибьет, нет? Как от нее убежать? Вонючка. Есть оружие? Как взять оружие? Я не знаю, как взять оружие. Мне надо взять оружие, я знаю это, что мне надо взять оружие, но как его взять? Она сейчас мне книжкой по башке. Как взять оружие? О, нет, Лариса, библиотекарь меня прибила книгой по башке. Это непросто. Так, как взять оружие? И? Есть, я взял оружие. И теперь, Лариса, держись. Ой, держись, Лариса. Ой, тебе не поздоровится. Только главное, чтобы я успел убежать от нее. Я бегу, я не бегу, я стою. Я не те клавиши нажал, но я уже знаю, как брать оружие. Есть. Я уже знаю, как играть. Так, быстренько берем оружие. И погнали, Лариса. Тебе капец. Тебе капец. Я надеюсь, я успею убежать. Я там впереди бегу прямо у нее под ногами. И пару выстрелов осталось. Есть, Лариса побеждена. У меня остается пушка, я могу пострелять по книжкам. Так, но это не важно. Вау, я не просто так пострелял по книжкам. Я реально открыл двери. И мне идти в эту сторону. Окей, пошли. Так. Видим кнопки, нажимаем. И что дадут кнопки? Reset Metal Tubes. Reset Metal Tubes. Ну все, я ресетнул, нет? А, нажать ее что ли? Чего она не нажимается? Я же нажимаю. А ну. Ага, я взял трубу. Я взял трубу, и я могу поставить ее. Так, а я могу ее опять взять? Есть, я могу ее взять опять. Поставить. Эу. И перейти снова. Ага, это такой себе паркурчик с трубами. Если я не могу перейти, я могу взять себе помощь трубу и идти по трубе. Есть, отлично. Так, пока что хорошо идем. Я не перепрыгнул, надо было ставить трубу. Окей, но я уже знаю, как тут что делать, поэтому все будет good. За второй раз я должен это пройти. Так, берем трубу, ставим, пошли. Взяли. Ставим. Пошли. Взяли. А, тут можно перепрыгнуть. Тут я уже прыгал. Так, дальше. Ставим. Пошли. Все, тут все просто. Здесь я перепрыгивал. Лучше я поставлю. На всякий случай лучше я поставлю трубу. Есть. Она висит. Она не до края. Я не до конца поставил, но все равно я смог перейти. Ну, тут, я думаю, я смогу уже прыг-прыг-прыг. И что дальше? Кнопочка. Новая кнопка. И что будет? Оу! Мы опускаемся в подвал. Это интересно. У меня все еще есть труба.
Может, она мне пригодится сейчас тоже? И приехали. Труба у меня есть, это хорошо. То есть я могу трубу прямо здесь поставить? А ну-ка. Поставил трубу и... О, нет! Как так? То есть труба не помогает мне? Помогает. Как взять трубу? Есть, я взял трубу, поставил трубу и пошел. Ноу, не пошел. И где сейчас моя труба будет? Моя труба уже там, то есть мне надо прыгать просто. Раз, два, три, четыре. Короче, это все было очень просто. Я зря эту трубу таскал с собой. В смысле ставил. Можно было просто перейти без всяких проблем. Я чуть не упал. Good, 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 good. Пока все идет хорошо. Так, вонючки, кстати, там колючки. Там нет вонючки, там есть колючки. Так, какие-то такие висюльки колючковые. И мне надо мимо них пройти. И ра, беги, 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 беги. Есть, получилось. Так, трубу они мою не трогают, эти колючки. Меня сбило. Ну, я, да, я чуть неправильно стартанул. Сейчас будет лучше. Ой, у меня труба пропала. Ну, наверное, она мне больше не нужна. И есть. И... Оу, ноу, зацепило. Продолжаем. Продолжаем. Давай вот с этой стороны идти. И сейчас. И как только она идет, я бегу. Есть. Все, прицеливаемся каждую эту штуку колючую. Есть, все нормально. Главное не спешить. Я понял. Главное не спешить. И тогда спокойно можно пройти. Меня тут кто-то ждет. Привет. Кто ты такой? Не знаю. Карандаши. Прыгаем по карандашам. Я же говорю, главное не спешить. Поехали снова. И так, пробуем. Карандашики. И пам. И пам. И пам. Пороп. Оп. Есть, есть, до этого допрыгнул. Раз, и раз, и раз, ес! Я прошел этот опять, не знаю, уровень или что это такое. Да, похоже, я прошел. Сейчас наверху будет новый уровень. Карандашная лестница, и мы бежим вон туда. Танк мне не надо. Вау! Это, короче, суперфаст какой-то спидран. Да, я не знал. Поэтому готовимся к спидрану. И... Вау! Я люблю спидраны, но я не люблю спидраны, я в них падаю. Да, надо потренироваться. И еще разочек. Давай, и... Это спидран! Yeah! Wow! Yeah! Короче, на желтой полосочке надо прыгать. Хух, есть! Карандаш! И второй! Есть! И третий! И последний! Нет, еще не последний! О, yeah! И... О, есть, я победил, я вышел из школы. Задача выйти из школы. Вот я выхожу, и вот мой кубок за выход из школы. Бери кубок, и все, я молодец, это все, конец игры. Тух. Ну? О, но! Что это? Ау! Это не кубок, это какой-то супербосс. А, я потерялся. Меня убили, что ли? Хе-хе-хе. Короче, понятно, давай еще разочек. А интересно, мы вдвоем ее будем бабахать или как? Так, и убегаем сразу, убегаем, убегаем. Убегаем и бьем ее. Или его, кто ты, мужик или баба, кто ты там, не знаю. Ну, ты монстр какой-то, мега-босс, мега-робот. Оу, он меня может стрелять? А че я не убежал? Я же нажимал на клавиши, чтобы убежать. Ну ничего, я его половину уже убил. Так, еще с этой попытки я должен больше, как минимум, чем половину убить ее. И погнали, погнали. Погнали! Еее, отлично! Так, пока хорошо. Эй, ты прыгаешь? Ты летаешь? Так, сейчас она начнет где-то стрелять, да? Так, я уже лучше. Я уже больше половины! Но-но-но-но-но! Я больше половины ее убил или его. Кто ты такой, мега-босс, мега-робот? Оу, так каждый раз! Оно не обнуляет. Я каждый раз добиваю больше и больше. Отлично. Это очень хорошо. То есть каждый раз я больше и больше добиваю эту мега-робота этого. Есть! Есть! Я убил мега-робота! Да? Да! И можно расстрелять школу. Ну, так вообще не надо делать, но в игре можно. По деревьям можно пострелять. Так, что делаем дальше? Я выиграл. Это все? Что дальше? Кнопка какая-то. Вот я нажал на кнопку. Ну, идем постреляем. А, там дорога есть. Тут везде забор, а прямо есть дорога. Со мной идет какой-то напарник. И тут какая-то машина. Так, наверное, эта машина моя.
Да. Так, машина. Go. И мы едем куда-то. Там босс? Это я. Там я стою. Я сам в себе стреляю. А, по вонючке. Давай по вонючке постреляем. Это я чемпион, потому что я выиграл. И это... Это, наверное, последнее сражение, что ли? Все? Так, вонючка, ты не живая? Ты просто так, статуя? Да, я молодец, я супер чемпион, я вышел, я проиграл, точнее, выиграл, прошел всю эту игру. И что тут? Я могу цвета какие-то брать, да? И что-то там бам-бам-бам, бам-бам-бам. Get trail. Как-то я помню, Катя мне показывала там прыгать что-то и кликать, но у меня не получается. Так, спид у меня. Вау, я стал супер быстрым. Я супер круто стреляю по везде, 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 везде. Так, что еще здесь есть? Есть спид, есть джамп. Я могу супер круто джампать. Вау, как высоко. Ху-ху-ху. Я могу запрыгнуть на вонючку. И выстрелить ей прямо в глаз. Ну что, похоже, я все сделал. Можно пройти в новую дверь. И... А, prison escape. Я могу от этого же вонючки убегать из тюрьмы. Но это уже следующая игра, которую мы поиграем в другой раз. И это будет новое видео. Так что оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!